Маша – это обычная девочка из деревни. Находясь в декрете, она вышла на доход в 300 тысяч рублей и также заработала автобонус от компании «Это Мерседес». Если ты хочешь работать, зарабатывать без каких-либо вложений, просто имея мобильный телефон и интернет, напиши ей сегодня в директ, она ответит на все твои вопросы и устроит себя к себе в компанию. Ты будешь зарабатывать такие же хорошие деньги. Тем более сейчас у нас очень сложные времена, поэтому... пиши. Боже, на улице у нас так просто хорошо, что я решила посидеть чуть-чуть, попить кофеечек. С вами сегодня поговорить о нашей с вами внешности. Смотрите, месяц назад я заказала вот такую вот подушку Beauty Sleep. Она разработана косметологами. И мне, кстати, ее порекомендовал тоже мой косметолог. Смотрите, в чем кайф. Ты ложишься, когда спишь на обычной подушке, у тебя вот здесь вот лицо так заламывается. А здесь вот пусто, то есть у тебя получается здесь на весу. И никаких заломов нету, утром нету отечности. На мой взгляд, это лучшее вложение в инвестицию в своей внешности. Если вы потом не хотите ходить пластическим хирургом и себе утягивать лицо, да, потому что здесь будут такие морщины. Если вы устали от отеков по утрам, я рекомендую просто эту подушку абсолютно всем. То сходила я к стоматологу, он сделал у меня сегодня нижний зуб. Опять наркоз, язык вообще не чувствуется. Заплатила 2800, это вместе с наркозом, вообще недорого. Я решила, что к стоматологу теперь буду ходить на проверку раз в полгода, вот как надо. Я, знаете, все оттягиваю, все же с детства идет. Раньше так больно лечили зубы. Ладно, буду посмотреть. Блин, этому всему пришел конец, представляете? Стопочка йогурта, чай.